Что ж, всем привет. Давно меня тут не было. Нахожусь я на такой вот небольшой рыбалочке. Хочу вам выложить небольшой такой отчетик, что да как тут происходит. Посмотрим, что здесь. Что-то голубить. Интересно посмотреть. Ух ты, красотень. Что это у нас тут? Карасик. Чего же я сюда с утра-то не пошел? Ловилось же до этого. Хорошенький такой, ладошечный. Заглотил-то как. Самое не хочу. Не клевало даже. Достаю, висит. Офигеть. Вот хороший карасик. Наверное, сюда и перейдем, а то там ветрено. Вон оно как бывает. Видимо, он его засасывал. А я его подсек. Вот она. Какие карасики клюют, хорошенькие. Красота. Небо затягивает он тучами. Дождик скоро будет. Надо будет скоро домой собираться. Что-то плещется тут на солнышке. Посмотреть бы. Ничего не видно. А муток такой, ямочка. Интересно. Будет здесь клевать, нет? Надо будет попробовать. Есть поклевочка. Непонятная какая-то. Ё-моё, что я там поймал-то? Поймал какое-то. Клевало-то так хорошо. И такое бывает. Срывается, там, видать, карак много. Пока выводил его с них. А ё-моё. Кунидзе. Кунёк вот небольшой такой. Вот заглотил. О-о-о. Придется тебя брать с собой. Печально. Заглотил он вообще прям капитально. Вот она. Красивич. Вот, на сковородочку уже наловил карасиков. Что там долбит, непонятно. А
Карасик. Как-то клюет странно. Ну какой хорошенький. Практически одинаковые они тут все. Ох, красавец. Карась так карась. Вот какой пузатенький. О. Красота. Тоже давайте посмотрим, сколько я сегодня наловил. Ну вот сегодняшний улов за утро. С десяток карасиков. Рыбалка удалась. Я очень доволен. Ну вот такая у нас выдалась на ночь рыбалочка небольшая. Всем, кому понравилось, подписывайтесь. Ставьте лайки. До скорых встреч. Пока-пока.